привык к тому, что доставка, не побоюсь этого слова, отжирает. У среднего чека порядка 15-20%, при работе с нами у нас это примерно 9-11%. При 10 одинаковых интернет-магазинах, которые продают одни и те же, например, портативные колонки, выигрывать будут те, у кого будет лучше контент, и кому можно посмотреть, покрутить все вблизи или вдали, и как это будет выглядеть. Он здесь у нас может выбрать среди там 40 логистов. Или, например, есть поставщик товара, который выставляется на маркетплейс, ему не хватает там прямо платежей или, например, маркетинга. То есть бизнес здесь себе ищет партнеров, с которыми он вместе будет дальше развиваться.